Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас с вами будет видеообзор на вот такие вот печеньки. Купила их в фикс прайсе, содыч васильковый. Не знаю, с каким он вкусом, но я не думаю, что с васильком. Вот здесь 100 грамм, сейчас мы с вами узнаем, с каким они вкусом. Состав здесь довольно большой. Ну, я так думаю, у любых печенек большой состав. И фотографию на него будет в конце ролика. Так, они у нас выезжают. Так, вот они выезжают. Ну, как в детстве, помните, да, были такие вот печеньки. Самые простые. Так. Так они выглядят. Тут перевернутые почему-то. Я уже их покупала, уже их ела, покупала для йогурта. Я дома делала самостоятельно йогурт и туда их добавляла, очень вкусно. Вот здесь все перевернутые оказались. А нет, не все. Последние не перевернуты. Ой, тут еще развалились они. Ой. Ну, нарисованы васильки, довольно симпатично. Давайте попробуем целую. Такие, смотрите, какие они красивые. Ну, как и раньше, в принципе, такие же были печеньки с такими же палочками. Немножко жестковатые. Хрустящая, просто обычная печенька без василька, сладенькая. Такая даже, я такую купила одну, потому что боялась, что с васильком она будет. Неизвестный вкус, боялась. Вкусная такая, прямо она такая печенька такая. Хорошенькая. Также я... Так, у нас она... А, Беларусь, да. В Фикпрайсе опубликовала фотографию в своих покупках. И женщина написала то, что да, это белорусские. Их не печеньки. Вот, я думаю, надо будет потом посмотреть. Содыч. Еще, кстати, когда покупала, подумала, что они с содой. Почему-то мне подумалось. И взяла немножечко. Вот. Давайте еще. Она довольно жесткая, вот. Хрустящая, вкусная. Мне понравились вот эти. Вот, на сегодня это все. Так, ну давайте, подождите, посчитаем еще. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, 10 штук. Будете знать, 10 штук. Так, и также у нас сейчас следом будет идти следующий обзор на вот такие печеньки, уже земляничные. Тоже они вкусные. Сейчас мы будем их рассматривать. Решила я сделать их отдельным обзором, потому что все-таки васильковый это одна печенька, а там уже все-таки другой вкус, это уже другая печенька. Вот, такие печеньки можно добавлять в йогурт. Если наберете там, по-моему, 10 лайков, то я выпущу ролик, как сделать йогурт дома самостоятельно. С печеньками он очень вкусный получается. Вот. Пишите в комментариях, что вы делаете с печеньками. Кушаете вы такие печеньки или нет? Нравится, не нравится? Чем они вам не нравятся? Чем нравится? Вот, может быть, дома кто-то сам пекет такие печеньки. Рецепты можете написать. Мы можем с вами дома попробовать эти рецепты с удовольствием. На сегодня это все. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите другие ролики. У меня там шоколадку. Это обзоры на шоколадку. Шоколадки, вернее. И всем пока-пока.